Нет, на перекрестке мы разворачиваемся. На регулируемом перекрестке мы разворачиваемся. Перекресток? Но я тут не могу. Почему? Нет туда движения. Куда туда? Туда. Это единственная проблема? Да. А что, можно? Я думаю, выбирай место для разворота раньше. Переход, он перекрыл всем движение, не бойся. Ой, вот это куда он так вот и делает? Ну, он же не знает, что ты разворачиваешься. Меняйтесь местами. Он уходит, и ты пошли. Разгоняйся. Хотя там уже не разгоняйся, уже красный горит. Говорят, уходи. Что ты видишь? Объясни, почему. Можно, объясни мне. Я считаю, что нельзя. Почему нельзя? Ну, как? Вот объясни мне, как ты понимаешь, почему на этом перекрестке с той стороны развернуться нельзя? Ну, потому что тут, если можно развернуться, тут есть туда, ну, туда поворот. А здесь мне даже места может не хватить развернуться, возможно. Хватит тебе места. Хватит. Поехали. Хватит тебе места. Ну где вот, вот машина, и что, ей не хватит места сюда уйти? Хватит. Под мостом это все. Ты, во-первых, не под мостом, как ты его назвала, разворачивайся. А перекресток находится не под этим сооружением. Угу. А за? Сзади. Да. Матерись, дядя. В левый ряд сейчас уходи, левый поворот включай. Еще раз внимательно ответь мне, почему нельзя здесь разворачиваться. Потому что линия прямо идет. Линия движения. Линия движения? Ну, стрелка по движению показана прямо. Размер. Да. Сила движения прямо. Да. Все? Да. Кто смотреть это должен? Плохо, она уже стерлась. Глаза у тебя стерлись. Нет. Ну я плохо реально видела. Все, я поняла. Ну я же правильно сказала, что нельзя разворачиваться. Ну а причина? Причина. Ну не важно, мама. Ну как не важно? Здравствуйте, можно посылку получить? Вот. Квитанция. Нельзя. Почему? Не важно. И я тебе не скажу, что обед. Тебе просто скажут, не важно. Все, нельзя, не важно. Но меня же никто не будет спрашивать, почему я тут не развернулась. Как не будут? Будут. Я же спросил. А что он может спросить? А ты видела какой-нибудь знак, мы проезжали? 40.